Супер урожай малины. Что для этого нужно? Уход за малиной в период цветения и плодоношения. Про секреты малинного изобилия я уже рассказывала. Сегодня хочу напомнить, как я ухаживаю за малиной, когда она цветет и начинает наливаться ягоды. Правильный уход необходим для получения обильного и щедрого урожая. Во время цветения и плодоношения для улучшения качества и вкуса ягод, а также для повышения урожайности, важна подкормка. Наиболее важными микроэлементами для малины являются азот, фосфор и калий. Минеральные удобрения оставим на осень. Весной и летом я их не использую. Все-таки хочется собирать экологически чистый урожай. А вот азотные удобрения вношу. Малина очень хорошо отзывается на органику, а она влияет на качество урожая. Перед подкормкой малины предварительно удаляю все сорняки, которые растут вокруг кустов. Самое эффективное азотосодержащее удобрение для малины – это мочевина. Я подкармливаю коровяком. Настаиваю неделю одну часть коровяка и 10 частей воды. А вот куриный помет развожу уже 1 к 20, чтобы не обжечь корни. В эти настои добавляю древесной золы 1 стакан на 10 литров. Отлично стимулирует нарастание зеленой массы и повышает урожайность дрожжевой настой 100 грамм дрожжей на 10 литров. А еще в качестве удобрения использую сухие картофельные очистки. Прикапываю под кустами. Они доставляют растению большое количество необходимых микроэлементов. Заметила, что на их внесение она отзывается обильным цветением и сладостью ягод. Малина очень любит солнце и воду. Особенно важен полив в период цветения и созревания ягод. Урожай напрямую зависит от уровня влаги в почве. Удержать влагу поможет мульча. Я мульчирую хорошо перепревшим навозом. Можно соломой, сеном, а еще малина очень любит мульчирование древесными опилками. Когда есть, использую их. В период до начала цветения и в его процессе малина подвергается атакам паразитов, поэтому нужна профилактика. Особенно важна обработка кустов до момента начала формирования бутонов. Когда малина цветет и начинает плодоносить, и ее нельзя обрабатывать от вредителей, это не только вредно для нас с вами, но и погубит насекомые, опыляющие ее, что приведет к снижению урожайности. Ухаживайте за малиной в этот период правильно и наслаждайтесь вкусной и сладкой ягодой. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.